сейчас он куда? Несет что-то на склад. Давай сделаем эти доски и сделаем красивую мебель нам. Эй, что вы выходите? Закрываю. Ой. Открываю. А куда они лезут? А, он хочет сделать вот эту штуку, как я понимаю, да? А, да! Построить. А что так покаивает? Что? В смысле? Боются? Ну да, зомби. А вот этот такой маленький, что мне не страшно. Закроем пока дверь. Эй, дай, дай. Подожди, ну там же что нас копать нам надо. Когда я? А что ты там хочешь? Да, то не надо, то лишнее. Давай, копать внизу, зайчик. Зайчик, копать внизу нам надо. Я покопаю. Давай. Ниже, еще ниже. Да ниже. Вон, сюда копать. Широкий стол. Большой Да, можно будет сделать. Требуется верстак. У нас есть верстак. Можно сделать широкий стол. Тут надо больше этих поставить, зайчик. Что? Больше фонарей. Да, сюда. Сюда. И сюда. Они не вниз, зайчик. Вверх. Да, тут не надо. Они же будут им мешать идти. Копай, копай дальше. Что тут? По одной штуке. Они же ходить будут дольше. Да, металлическая руда. Надо. Ой, я был. Кожаное кресло. Тоже не надо пока. Для интерьера. Красиво. Че это не надо? Ты ставь фонари. Фонари не забывай ставить. И фонари... А, вон ставь. Вот здесь. Сразу поставить, если там будет темно. Не надо? Надо, зачем два подряд? Нет, они не нужны так часто. Дальше уже, да, сейчас они откопают. Ого, как темно! Красивые звезды, забавные. Классные звезды. Просто мы еще не знаем, что это. Зеленые, желтые. Тоже. Да. А какая разница? Мы копаем под землей. Давай откроем дверь уже. А зачем? Куда им идти? Ну, копать. Так мы же копаем внизу, зайчик. Мы вниз копаем. А куда ты идешь? Вон там наши гномы, вон по карте ориентируйся. Да нет. Здесь наши гномы. Тут. Еще ниже, еще вниз. О-о-о. Зачем я... Не, я не открою. Давай, копай уже. Вау, как тут красиво. Ага. Ай, ты-ты-ты. Кишка, да, пока еще. Не надо тоже. Сталь. Ура! Требуется кузница. Да что толку, нам же кузница нужна. А, да. Давай тут сделаем. Давай. А то уже не делаем юг тогда. Зомби сразу.
ты ее делаешь? Ну, зачем? Сейчас поставим где-нибудь. Например. Так, а тут нам же не надо, да, получается? Лестница нам тут не нужна. Вот так вот. Подожди. Папа поставит. Смотри, поудаляем лестницы. Тут их. Да нет. Зачем? Тут у нас дверь, тут и так все красиво. Вот здесь люк. Зачем? Для того, чтобы было безопасней. Ну тогда гномы не пройдут. Пройдут, мы его откроем. Вот же у нас тут дверь, видишь? Это люк в подземелье. Можно вот это тогда убрать. Ага, можно вот это убрать, получается, лестницу. Там в прошлый раз они даже к нам и не прошли. Вон у нас какие стены. Вот мы. Ты чем? Да? Да, надо это. Построить какие-то. Построить что? Вот. Что? Что, папа? А посмотри, что папа строит. Камни. Да. Видишь? Классно? Смотри. Угу. Смотри. Ага. Смотри. Смотри, как получилось. Прям как в замке. Смотри. Классно? Это замок, я. Да. А не что-то тут другое-то. Это не другое-то. Теперь вы думаете, деревья. Что это за деревья на самом? А, так вот. Такой маленький. Ага. Я даже не заметила. Это не страшно. Вырубим деревья, чтобы они тут не росли на нашем замке. Вырубим деревья, чтобы они на нашем замке не росли. Что не росли? Деревья. Вот эти деревья, видишь? Все эти деревья мы вырубим, чтобы они на нашем замке не росли. Понятно? Да, а то будет некрасиво. Если там будут деревья, да? Да. Да? Да, папа? Да, зайчик. Смотри, папа. Стальной топор. Тоже смотри, папа. Ага. Смешно? Смотри, а теперь у нас будет зубчик, как на замке, смотри. Чтобы им еще сложнее было вынести наверх. Классно, папа придумал. Зачем наверх дома? Смотри, как тяжело. Много зубчиков. И будет замок у нас. Как в замке? Да, давай. А тебе так мало? Хочу, чтобы у нас там дом не кричал. И твоюся замок. Ну и так смотри, как красиво получилось. Нет. Давай еще одну. Смотри, что это тут мы развели тут. Всякую гадость. Ага, точно. Вау. Что это за гадость? Ерунда тут у нас развелась. Так, портальчик сейчас мы сюда повесим. Чтобы смотри. Они быстрее ходили. Ага. Сейчас, зато с этих штучек листья получаются. Да. Смотри, и можно сделать салатик. Ага. Смотри. Смотри. Папа еще. Ага. О, вот. Давай.
Настенная лампа. Так тоже не надо. Можно сделать, да? Да, потом как-нибудь сделаем. Пока. Смотри, давай выкопаем. Да, да, хорошо, хорошо, выкопаем. Не сейчас. Смотри. Ух ты, смотри. Что там у нас? Докопаемся до этой? Давай. А то так некрасиво. Замки не так, смотри, да? Тут подземелье целое. А тут смотри, что. Докопались, да. Гадость. И это гусеничка. Тут. Ой-ой-ой. Что там у нас? Стеклянный шкаф. Вау.